Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. О чем говорить, если человек не хочет приходить на мой день рождения, хотя в остальные дни общаемся нормально, но если я приглашаю на свой день рождения, то всегда отказ. Я думаю, что есть что-то, что мешает вам его самой прямо об этом спросить. Я также думаю, что есть некий такой, ну, некое, скажем так, противоречие в том, что вы общаетесь нормально с человеком, который не хочет приходить к вам, ну вот, на день рождения, да, то есть, вот такой момент еще есть здесь, как мне видится. То есть, вы либо общаетесь с человеком, не желая этого, вот. То есть вы общаетесь с человеком через силу. Как-то вот не принимая того факта, что он к вам не приходит на день рождения. Кстати, тут вот еще непонятен такой, такой момент, да? Он просто ваше приглашение не принимает, да? Или он приглашение принимает, но не приходит. Вот этот момент тоже, не сказать, чтобы особенно ясен. Вот. Но совершенно очевидно, что для вас здесь есть некое противоречие. Вот вы с этим противоречием не можете, судя по всему, ничего сделать. Вот, ну, то есть у вас нет решения какого-то готового. По этой ситуации, вот, нет решения. И, собственно, вот отсюда такая вот проблематика возникает, на мой взгляд. И, соответственно, в первую очередь нужно действительно обращать внимание на то, как вы относитесь к этому сами. Вот. На то, как вы себя в этой ситуации видите. Вот. То есть, вот как вы интерпретируете этот момент. Вот. Каким образом вы его интерпретируете. Да? То есть интерпретируете ли вы его как-то в сторону того, что вы какая-то не такая, да? С вами там что-то не так.
Например, как-то еще может быть интерпретирует это. Вот. То есть, вот в зависимости от того, как вы это интерпретируете, да, нужно уже смотреть. И двигаться, соответственно, в этом направлении того, как вы это видите, да, ну, каким образом вы это видите, то есть. Ну вот. И так далее. Вот. Такая вот история. Понятно, что неприятно. Вот, я думаю, что вы вполне могли бы человеку как-то прямо сказать об этом, с одной стороны, что вам неприятно. Вот. А с другой стороны, вы можете донести до него, и точнее, спросить себя. Вот, не доносить до него, да, а спросить себя. Зачем я его приглашаю? На день рождения. Вот. Для чего? Чего-то я ожидаю, да, чего-то я жду. Вот. Чего-то хочу. Вот, понимание этого тоже, на мой взгляд, могло бы дать какое-то представление о том, что происходит. Что происходит и как происходит. Вот. В этой ситуации. Вот. Как-то так, на этом все, в принципе, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Да, много довольно может быть, на мой взгляд, вариантов того, почему человек не приходит, да. Вот. Мне лично вот пришла в голову такая мысль, что, может быть, у него есть такой неудачный опыт посещения дней рождения. И теперь человек пытается этого как-то избежать. Вот. Да. То есть пытается как-то от этого, ну, отстраниться, пытается это как-то вот, пытается дистанцироваться от этого. Понятное дело, что это всего лишь предположение, и вполне возможно, что я ошибаюсь, вот, вполне возможно, что я не прав, вот, поэтому тут абсолютно бессмысленно обсуждать. Я думаю только о том, что
А если вы как-то человека, ну, вот, готовы позвать на твой день рождения, да, вот, то, наверное, вы находитесь с ним в достаточно таких отношениях, вот, когда можно задать вопрос человеку о том, чего, собственно, происходит-то. Вот. То есть можно задать вопрос человеку, почему так происходит? Что вот я тебя зову или приглашаю, да, ты не приходишь, например. Вот. То есть, если вы опасаетесь, да, это спрашивать. То есть, если вы как-то вот, ну, не знаю, боитесь чего-то. Вот, боитесь какой-то его реакции, может быть, да, или чего-то еще, то это уже немножко такой отдельный момент. Вот. На мой взгляд, отдельный аспект, и тут нужно, мне кажется, работать уже больше с вашими страхами, вот, которые у вас могут быть, и в этом ничего нет плохого, потому что они у вас есть, но если они создают такие ситуации, то вот, конечно, нужно как минимум это поисследовать. Возможно. Вот. Чтобы понять природу того, как вы в такой ситуации оказались, и чтобы по возможности больше в нее не попадать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам, собственно, за обратную связь по моему ответу, да. Вот, обратная связь позволит вам сформулировать. Обратная связь позволит вам сформулировать базовые постулаты, вот, базовые постулаты для психотерапии, позволит вам определиться немножко вот с направлениями, которых бы вы хотели бы двигаться, вот. И, соответственно, вы смогли бы таким образом начать работу. Вот. Да. Ну, психотерапию мы начать могли бы. Вот как-то так. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам эта помощь, хочется верить, пригодится, вот, и хочется верить, вы сможете решить
свои трудности, которые у вас есть, потому что нерешаемых, да, проблем не бывает. Вот поэтому все зависит здесь исключительно от вас, на мой взгляд. Поэтому обращайтесь, будем рядом вам помочь.